Марафон 11 у Могилевской области. 15-16 листопада у Бобруйск приезжает республиканская громадско-культурная акция «Марафон 11». Как поведомили организаторы, будет вельми насыщенная программа. Очень много, что в Бобруйске пройдет впервые. Впервые сюда приедет заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр Республики Беларусь. Впервые количество предприятий, где побывает марафон единства, расширяется. Огромное количество выставок, которые будут и в художественном музее, и в других локациях, где побывает марафон единства. Это было буквально воскресенье. Записали пост «Бобруйск, привет!» И мы видим более 9 тысяч просмотров. Это говорит о том, что насколько в Бобруйске ждут марафон единства. А кроме новинок, на марафоне единства будут проекты, которые поспели набыть великую популярность. Сярод их проект «Знаковая встреча». Яна пройдет в областном театре драмы имя Дуніна Марцинкевича в Бобруйску. Усе, кто завітає на эту встречу, смогут задать свои вопросы вядомым белорусам. Например, постоянным удельником этого проекта стал генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гігін. У ліку гостей проекта и вядомые бобруйчане. На знаковую встречу с земляками запросили заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Аліхно. Он засабливый теплынёй завсёды рассказывая про свою малую родиму и завсёды с легкостью знаходить агульную мову с разными поколениями. Мы должны показать и показываем своим примером то, что Беларусь гостеприимная страна. У нас гимн начинается как «Мы беларусы, мирные люди». Да, и именно это придают нам силы, и мы всегда приезжаем сюда, сюда тянет, понимаете, да? То есть, где бы ты ни находился, где бы ты ни жил, тянет сюда же, не куда-то в другую сторону, а сюда, на малую родину, на Могилевщину. Еще один удельник проекта «Знаковая встреча» у Бобруйску – самый титулованный белорусский атлет у истории паралимпиад Игорь Бокий. И он с радостью поделится секретами успеху и расскажет про свои спортивные планы. Я хочу и дальше представлять свою страну на спортивных аренах и стараться как можно сильнее стараться, чтобы и дальше продолжал звучать белорусский гимн на спортивных стадионах разных стран. У целом организаторы республиканской громадско-культурной акции «Марафон единства» у Бобруйску подрыхтовали вельми разностайную и насыщенную программу. Сачите за новинами региона.